Добрый день! Сегодня хочу вам представить новое приложение от компании HTC, которое называется Wi-Fi Router. Собственно говоря, это приложение дает вам возможность сделать с вашего телефона Wi-Fi Router. Как оно выглядит? То есть мы заходим в приложение и вводим имя Wi-Fi нашей сети, выбираем тип безопасности, вводим наш пароль, проверяем все введенные данные и нажимаем «Окей». Обработка данных, и после этого нам выдается Wi-Fi сигнал. Подтверждаем и на вашем устройстве делаем поиск сети. Всего доброго!